Красивая и здоровая кожа – это мечта многих людей, однако не всегда хватает времени на походы в салоны красоты или покупку дорогостоящих средств ухода. Однако есть простой способ улучшить состояние кожи прямо изнутри – это правильное питание. В этом видео мы рассмотрим топ-5 продуктов, которые помогут вам достичь идеальной кожи, если вы включите их в свой рацион. Итак, начнем. Орехи – это один из наиболее питательных продуктов, которые могут принести невероятную пользу вашей коже. Богатые жирными кислотами, витаминами и минералами, орехи способствуют улучшению структуры кожи, защите от вредных воздействий окружающей среды и борьбе с признаками старения. Грецкие орехи, например, содержат большое количество омега-3 – жирных кислот, которые помогают восстановлению клеток кожи и улучшению ее упругости. Миндаль богат витамином Е, является отличным антиоксидантом, который защищает кожу от действия свободных радикалов. Кедровые орехи, в свою очередь, содержат цинк, необходимый для заживления ран и уменьшения воспаления на коже. Орехи также способствуют увлажнению кожи, благодаря содержанию полезных жиров и помогают справиться с проблемами сухости и шелушения. При регулярном употреблении орехов в рационе кожа становится более упругой, гладкой и сияющей. Не забывайте включать орехи в свой рацион, чтобы обеспечить вашей коже максимальное питание и уход внутри и изнутри. Вода не только жизненно важна для организма, но и играет ключевую роль в здоровье и красоте кожи. Пить достаточное количество воды в течение дня помогает поддерживать увлажненность кожи изнутри, улучшая ее упругость и эластичность. Благодаря правильному уровню гидратации клетки кожи легче обновляются, и кожный барьер становится сильнее, что препятствует обезвоживанию и появлению сухости и шелушению. Рекомендуется пить не менее 8 стаканов воды в день для сохранения красивой и здоровой кожи. Чтобы улучшить гидратацию кожи, можно также использовать спреи с минеральной водой для освежения лица в течение дня, а также обогащенные водные крема и сыворотки, которые помогают улучшить удержание влаги в коже и поддерживают ее увлажненной и сияющей. Помимо питьевой воды, также важно учитывать воду в продуктах питания. Фрукты и овощи с высоким содержанием воды, такие как арбуз, огурцы, сельдерей и помидоры, помогут дополнительно увлажнять кожу изнутри. Включение этих продуктов в рацион поможет обеспечить организм достаточным количеством воды, улучшая общее состояние кожи и придавая ей здоровый вид. Витамин С – это один из наиболее важных витаминов для здоровья кожи. Он обладает мощным антиоксидантным действием, защищая клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовым излучением. Витамин С способствует синтезу коллагена, белка, который поддерживает упругость и молодость кожи. Регулярное употребление витамина С и нанесение на кожу помогает бороться с признаками старения, улучшает тонус и текстуру кожи. Кроме того, витамин С способствует осветлению, пигментации и улучшает цвет лица. Включите в рацион продукты, богатые витамином С, такие как цитрусовые, киви, клубника, апельсины, брокколи и красный перец, чтобы обеспечить вашей коже необходимое питание и защиту. Мясо и печень – это два продукта, которые не только вкусные, но и очень полезные для здоровья кожи. Мясо богато белком, который является основным строительным материалом для клеток кожи. Особенно полезным для кожи является мясо птицы, так как оно содержит высокие уровни цинка, которые способствуют заживлению ран, увеличению эластичности кожи и борьбе с преждевременным старением. Печень – это настоящий суперпродукт для кожи. Она является источником витамина А и С, которые улучшают цвет лица, способствуют обновлению клеток кожи и защищают от действия свободных радикалов. При регулярном употреблении печени кожа становится более упругой, сияющей и здоровой. Не забывайте включать мясо и печень в свой рацион, чтобы обеспечить вашей коже необходимые питательные вещества и поддержать ее здоровье и молодость. Листовые овощи и капуста являются незаменимыми суперпродуктами для здоровья и красоты кожи. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют улучшению общего состояния кожи и сохранению ее молодости. Листовые овощи, такие как шпинат, луковица и салат, содержат в себе витамин А, который способствует регенерации клеток кожи и улучшает ее текстуру. Они также богаты витаминами С и Е, которые помогают бороться с воспалениями и укрепляют защитный барьер кожи. Капуста, в свою очередь, является источником витамина К и С, которые способствуют заживлению ран, уменьшению пигментации и стимулируют производство коллагена. Кроме того, капуста содержит глюкозинолаты, которые помогают организму избавиться от токсинов и очищают кожу от вредных веществ.
Регулярное употребление листовых овощей и капусты в рацион поможет улучшить цвет лица, сделать кожу более упругой и сияющей, а также предотвратить преждевременное старение. Не забывайте добавлять эти суперпродукты в свой рацион, чтобы обеспечить коже все необходимые питательные вещества и насладиться здоровой и красивой кожей надолго. В заключение важно отметить, что уход за кожей начинается изнутри. Питательные вещества, которые поступают в организм с помощью правильного питания, могут оказать заметное влияние на состояние кожи. Включение этих продуктов для кожи в рацион помогут вам улучшить общее состояние кожи, сделать ее более здоровой, упругой и сияющей. Не забывайте, что у каждого человека индивидуальные особенности кожи. Поэтому перед внесением кардинальных изменений в рацион лучше проконсультироваться с дерматологом или косметологом. Сбалансированное питание, вода, здоровый образ жизни и правильный уход за кожей – вот ключевые компоненты для достижения здоровой, ухоженной и красивой кожи. Уделите внимание своему рациону, добавьте в него эти продукты, и вы обязательно заметите положительные изменения в своем внешнем виде. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там вы найдете еще больше полезной информации про здоровье. QR-код вы сейчас видите на экране. Я желаю вам здоровья, мира, удачи и добра. Всем спасибо, всем пока.